Мотодвижение без нарушений. Белорусская госавтоинспекция с 11 по 17 мая проводит профилактическую акцию под таким названием. Пропаганда уважительного отношения к правилам, формирование вежливых взаимоотношений между всеми участниками дорожного движения. Цели мероприятия. С начала года мозырские сотрудники ГАИ выявили более 60 нарушений со стороны мотоциклистов. 9 водителей железных коней находились в состоянии алкогольного опьянения, 11 не имели водительского удостоверения. В районе уже зафиксированы 4 аварии с участием мотоциклистов. Госавтоинспекторы в очередной раз напоминают, водители двухколесных транспортных средств – это полноправные участники дорожного движения, которым предъявляется ряд требований. Постановка мототранспорта на учет, наличие прав, техосмотра, страховки, а также использование мотошлемов в обязательном порядке.